И к новостям ДНР. В правительстве республики проведены большие кадровые перестановки. Напомню, чуть меньше месяца назад, 8 июня, депутаты Народного совета ДНР одобрили назначение новым председателем правительства Виталия Хаценко, экс-чиновника Минпромторга Российской Федерации. 2 июля глава ДНР назначил новых руководителей 4 министерств. Все они из России. Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств. Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев. Прокомментировал назначение Денис Пушилин. 2 июля министра образования и науки ДНР Михаила Кушакова сменила Ольга Колударова, 1983 года рождения. Родилась в Ижевске. В правительство ДНР пришла с должности заместителя директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения России. Михаил Кушаков остается работать первым замом министра. Еще один молодой управленец, уроженец подмосковной Власихи Дмитрий Гарцев, возглавил Министерство здравоохранения ДНР. В 2012 году он окончил медуниверситет имени Сеченова, работал в Минздраве России. В 2021 году был назначен заместителем министра здравоохранения Сахалинской области. Дончанину Александру Оприщенко предложена должность первого зама. Руководителем Министерства угля и энергетики ДНР назначен Андрей Чертков, 1969 года рождения. Его карьера связана с Нижегородской областью, где он и родился. Последние 5 лет возглавлял Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Первым заместителем Черткова станет Анатолий Нестеренко. Министром доходов и сборов назначен Дмитрий Шмелев, 1981 года рождения. Его малая родина – Геленджик. В 2003 году поступил на госслужбу в налоговые органы. В 2020 стал заместителем руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Ростовской области. Алексей Рудаков остается в команде. Его назначение произойдет чуть позже, отметил Денис Пушилин. И в Министерстве связи ДНР новый первый зам. Денис Курашов с образованием военного связиста займется вопросами цифровизации. Последние 5 лет Курашов работал заместителем министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.